Изготовление встроенной мебели на заказ давно стало хорошим источником дохода. Малый бизнес этого направления не нуждается в большом стартовом капитале, и его можно совмещать с другими видами деятельности. Для изготовления шкафов-купе не требуется особых навыков. Достаточно, чтобы у человека, который занимается таким видом деятельности, были умелые руки и голова на плечах. Для такого бизнеса понадобится электролобзик, циркулярная пила и шуруповерт. В идеале можно заниматься только сборкой мебели, а все остальное поручить профессионалу. Но если вы хотите, чтобы ваш бизнес приносил деньги не только на хлеб с маслом, но и на норковую шубу, то тогда необходимо научиться разбираться в компьютерных программах, с помощью которых вы будете разрабатывать дизайн мебели. После того, как вы обучитесь работать в мебельной программе, можно начинать искать заказчиков. Как это сделать? Для начала нужно дать объявление в популярные рекламные газеты своего города. Работы необходимо фотографировать, чтобы у вас появилось портфолио. Оно поможет еще больше привлечь заказчиков. Кроме того, все ваши работы впоследствии можно будет переместить на персональный сайт или страничку в социальные сети.